Приветствую вас на канале Трума Фишинг. Сегодня вновь речь пойдет про ловлю щуки на Лепойском озере в начале мая. Каждый новый лодочный сезон, начинающийся 1 мая, у меня проходит в ловле щуки. И с каждым годом, кажется, находя нужную приманку, будь это колеблющиеся блесна, твичинг воблеров или ловля на силиконовые приманки, все же хочется экспериментировать и приходить к чему-то новому. Открытие этого сезона получилось достаточно интересным, без значительных трофеев, однако довольно рыбным. Об этом поподробнее вы можете узнать из первой части. А в этом видеоролике я вкратце расскажу о следующих 5 днях, проведенных на озере. Как и каждый год, после нескольких дней серьезного прессинга щука замолкает. Рыба становится более осторожной и теперь уже достается не так просто. Изредка попадали щуки далеко не выдающегося размера, а наиболее результативной приманкой оставался все тот же пикшет в размере джуниор, цвета, который в народе называют линек. Более крупные приманки почему-то у меня не работали вообще. Хорошая щука вроде. Но я решил не зацикливаться на крупном силиконе и взял в руки твичинговый спиннинг. Только на конце снасти был не воблер Minnow, а Baby Buster от Strike Pro. Еще по прошлому сезону я сделал вывод, что рывковая проводка иногда приносит значительно больше поклевок, чем равномерная протяжка того же силикона. Но такие приманки, как вы понимаете, не для тех крепких мест, в которых я люблю ловить. В том месте, где взяла эта щука, растительности фактически не было вообще. Да, это уже не пикшеда тебе сеточки доставать. Это уже тройнички. Надо вспоминать, как это было с воблерами. Ну, короче, да, ловится она здесь. Я так соображаю, что надо было сразу пробовать все. Ну, как бы хочется, хочется крупную поймать. Ну, 59 сантиков. Мой улов в тот день состоял из щук размером до 60 сантиметров. По информации, крупная щука там была, но, видимо, именно в тот день она есть не хотела. Какая малюська. На следующий день я вновь пошел с сыном. И так как я решил продолжить ловлю на Baby Buster, поэтому Денису досталась моя снасть для бигбейтов. Но больше, чем пикшет джуниор, кидать ему было тяжело. В этот раз здесь было много лодок, и большинство из них ходили троллингом, хотя некоторые ловили и в заброс. И в этот раз щука соблазнилась быстрее на рывковую проводку. Она, ну, за жабру зацепилась. Да она не крупная, наверное. Ну, такая зачетка. Слушай, ну поклевки-то не было толком, блин. Она как-то промахнулась. Посмотри, она вся в пиявках. Да, вот смотри. Видишь, вся спина в пиявках. Это означает что? Что она стоит. Это означает, что щука не активна. Да, 57 сантиметров. Еще через час я вытащил маленького шнурка, а силиконовые приманки, что маленькие, что большие, не приносили вообще никакого результата. Хотя, на мой взгляд, это было очень странно, потому как троллингисты периодически доставали подсак, а значит, брали рыбу. Это та же равномерная проводка. Правда, ловили они все на крупные джерки. Не зачет, отпускай тогда. Вскоре мы решили заняться активным поиском щуки и поискать ее в более густых местах. Мы потихонечку свернули парашют и отправились в южную часть озера. Денису не терпелось попробовать те места, где он поймал щуку на открытие. И эта идея вполне меня устраивала. Там по камышам она просто ходит, чем-то цепляется. Там... Ну что-то маленькое. Вот смотри, какая малюсенькая. За полтора часа, кроме этого шнурка, мы не достали ничего и решили вернуться на открытую воду. Если бы, конечно, не Денис, я бы вряд ли дошел до этого,
но он предложил половить троллингом. Он уж очень хотел поймать рыбу, но раз заброс не получается, он настойчиво стал предлагать этот новый для него способ лова. К тому же у нас были крупные джерки. Ловля троллинга мне никогда не приносила эмоций, но ребенку я отказывать не стал. Он анализировал происходящее в соседних лодках и искренне не понимал, почему мы ни разу с ним так и не ловили троллингом. Ведь это такой эффективный способ лова. В общем, мы закинули снасти и сразу пришли к результату. Ну это зачетная щука. Что-то не закричу. Только что мы с папой пытались на троллинг ловить и уже не успели закинуть, как уже рыба клюнула на вот такую вот приманку голубенькую. Не думал, что мы так быстро поймаем на троллинг что-нибудь. Щуки, как дурные, бросались на крупные джерки, казалось бы, которые без рывков-то играть-то даже не должны. Но в холодной воде небольшое покачивание и отклонение от траектории было достаточно. Ну вот троллинг хотя бы сработал. Так, рыбка выскочила. Давай, пожалуйста. Получился? Сильно много уметь не надо, да? Да. Троллингом. Я не успел, блин, свою снасть размотать, ты уже поймал, блин. Ну, я хотел еще отпустить, так же, как у тебя. В общем, нужный эффект был достигнут, ребенок был счастлив. Единственное, теперь я пока не понимал, как ребенка обратно переманить в более динамичный способ лова, ведь для него важно, чтобы был хоть какой-то результат. И чем легче путь, тем лучше. Мы все через это проходили. И вот уже спустя полчаса эмоции улеглись, и Денису захотелось на берег. Для него рыбалка состоялась, и, вероятно, он думал о том, как он принесет ведро с уловом и покажет его бабушке. И обязательно добавит, что сегодня крупная не клевала. Блин, какой злющий щуренок. Второй раз он берет. Ну такой удар. Просто, ну кажется, что там должна быть такая мама. А что это есть? Ну, посмотрите. Я вовсе не жаловался, что клюет плохо или мелкая рыба, но так могло бы показаться. Просто когда ты ходишь на рыбалку каждый день и проводишь очень много часов на воде, невольно вырываются такие комментарии. Но я планомерно ждал. Ждал того дня, когда рыба меня порадует и количеством, и качеством. И главное, что я понимал, что такой пассивности рыбы имеется четкое объяснение. Но это не было причиной не пойти на озеро. А я думаю, что там через камыш пробивается? А это просто маленький щуренок. Да. Вперед. Да ё-моё. Блин, капец. Вы это видели? Ой, ну это уже конец. Конец терпения просто. Конец терпения, потому что я уже не знаю, что делать, чтобы поймать более-менее хоть какую-то щуку. Блин, ну это вообще село. Взял у одного доброго человека джерковую палку, купил себе несколько джерков и фактически на каком-то 10-м забросе, как бы это смешно ни звучало, я поймал щуку. То есть джерки она кушает, но размер вы видели, да? В размере это 2 джерка. Вода холодная, ничего не прогревается, фактически третий день стоит одна и та же температура. Сейчас прошел довольно-таки приличный дождик. Я даже камеры не доставал сегодня, потому что понимал, что, скорее всего, это будет беда просто, а не рыбалка. Вот уже третий час болтаюсь я на волнах. Сейчас вот немножко выглянуло солнышко, поприятнее стало, но опять задул этот жуткий ветер. Ветер, конечно, хорошо для щуки, наверное, но лучше бы было бы солнышко. Довольно сильная облачность, поэтому солнца просто нету и не греет воду. Вода 9,5 градусов. То есть она как до 10 максимально прогревается к вечеру и потом опять падает. И вот такие вот недомерки вешаются на такие огромные джерки. Что делать? Вот, так что будем ждать тепла. Это единственный вариант. Ждать,
пока не станет градусов 15-20 на улице, чтобы щука стала активной. Вообще, помимо холодной погоды, периодически озеро накрывал дождь. В этот момент обычно хотелось налить себе горячего чая, что я, в общем-то, и делал. При наличии хорошей одежды это не было большим дискомфортом. В каком-то смысле это даже была перезагрузка. Погода постоянно менялась, и после вновь прошедшего дождя выглянуло солнышко, да и щучка попалась немножко покрупнее. И все опять заиграло яркими красками. Вода поднялась, и сегодня очень тяжело разглядеть эти окна. Идешь все подряд, обкидываешь, и он говорит так, 50, да какие, больше 50% забросов приходится в самую гущу, и начинаешь рвать, и в принципе... Все теряет смысл. Но вот сейчас точное попадание в окно дало, позволило мне сделать нормальную проводку. И все-таки вот достал я эту рыбку. Довольно активно она клюнула. Хороший был удар. Открылся офсетник. Даже не понадобился тройник. То есть взяла она на опережение переднюю часть приманки. Как надо. Пока не будем называть это исключением за сегодняшний день. Однако надежды немного. Очень уж сложно ловить в таких условиях. Может быть, немножко ветерок, если подстихнет, чуть-чуть будет попроще. Да? Ну вот так вот. То есть, вот заброс, вроде бы чистое место, а там оно никак не чистое. И вот приходится выматываться. Опять проверять следующий кусок. Не видишь, есть там камыш, нет там камыша. На фоне, конечно, всех осадков и холода, погода все же была щучья. Этот день как-то хотелось особенно выделить: переменная облачность и средней силы ветер с юго-запада. Мои наблюдения и опыт показывают, что это почти идеальные условия для этих мест. Чуть позже это еще раз подтвердилось. Так, кто-то есть, кто-то сел. Поклевка была такая. Неплохая, кстати. Поклевка была. Может, даже хорошая щука. Так что она очень уж... Ой-ой-ой. Интересно, что после такого количества мелкой щуки для меня это казалось просто монстром. И я впервые за столько дней почувствовал хоть какие-то эмоции при вываживании. Вы это видели? Что, ребят, первый монстр, все-таки они проснулись, погодка все-таки сыграла свою роль. Мне странно, но она вообще не дышит, то есть у нее какой-то анабиоз реально. Если присмотреться, жабры вообще не работают. И снова этот цвет показал себя с хорошей стороны. И не потому, что я только ловил на него, нет, я менял. Периодически я проходил кругом по всем цветам и вновь возвращался к нему. На фоне этой мелочи это был серьезный размер, хотя, конечно, здесь видали и получше. Может быть, она бы съела и другую приманку, попадя ей под нос, но эту она, похоже, сразу хотела проглотить. Так уж глубоко застряли крючки. Кровь, конечно, есть у нее. Ну вот это уже мама. Теперь у меня кровь есть. Жабры. Надо аккуратнее быть. Это уже результат.
Наконец-то, блин, первая нормальная рыба. Эту щуку я взял со второй попытки. Первый проход у меня была хорошая поклевка и такой довольно-таки серьезный бурун. Вот, я подумал, что я вернусь. Второй заход я решил все-таки поставить якорь. Именно с якоря, где-то с 35 метров от того места, где я поставил точку, моментально принесло мне поклевку. Причем поклевка такая, что вы видели, в шахту провалилось все. Она даже немножко там поранила себе жабры. Вот, ну в принципе, щука такая, ну, бойкая. То есть сначала лежала в анабиозе, мне показалось, что она просто еле дышит даже, да. А потом все-таки немножко пришла в себя. Так, еще кто-то. Но уже небольшой. Но самый клюк. Вот это прищепка. Какая она вся побитая, ребят. У нее нерест идет. Посмотрите. Это нерест. Что? Это, конечно, не щука, но зачет. Я думаю, что сантиметров 60 в ней есть. Да. 60, даже чуть-чуть больше. 61. Да, побитая. Ну что ж. Следующее утро было дождливым, и поэтому мы выходили уже после обеда. Детская любознательность вынудила меня познакомить Дениса с кастинговой снастью. И я не смог отказать ему в желании попробовать половить на нее. Хватило 5 забросов, но это в принципе было ожидаемо. Все когда-то учатся. Ну, когда-то тебе надо было это сделать. Ну, тут, конечно, жопа полная. Через полчаса мне удалось распутать плетенку, и я вновь вернулся к забросам. Денис перебирал уловистые приманки, я же вновь копался в коробке и, не найдя ничего подходящего, поставил тот цвет, который очень понравился щуке в первый день открытия вечером. И вновь рыба не устояла перед ним. Сейчас. Да, 55 сантиков. Ну что, берем или отпускаем? Берем. Немного позже Денис предложил попробовать половить троллингом. И, конечно, я уже ждал этого вопроса, но в этот раз и сам был совсем не против. Спустя полчаса Денис получил свою долгожданную поклевку, а я, смотря на его эмоции, уже готов был весь вечер посвятить троллингу. Только что на жерка нового поймали. 48 сантиметров немножко не хватает. Ну давай, отпускаем тогда ее. Супер шеллоу, да? Да, супер шеллоу. Ну что, давай попробуем еще разочек, да? Да. Видишь? Я думаю, что я даже под сак не буду ее брать. Да, я вытащу. Кстати, ловля троллингом на Лепойском озере именно джерками – это, пожалуй, самый распространенный здесь вид лова. Да. Есть, ровно 50. Ровно 50. Ровно 50. Я хочу ее забрать. 50 можно. Таким образом, мы бороздили просторы Лепойского озера, и поклевок стало намного больше. В основном, конечно, это была мелочь. Однако процесс был постоянным. Потихонечку мы шли в сторону причала, и там, где были поклевки, мы ставили точки. Идея была таким образом собрать информацию о расположении рыбы, и может даже в какой-то из последующих дней половить ее здесь в заброс. Ну и в завершении этой рыбалки нам удалось поймать еще одну щуку более-менее съедобного размера. Отцепилась. Отцепилась, ребята. Не зря мы здесь с тобой прошли, да? Да. Может, еще пройдем? Давай точку поставим. Вот это? Да.
Через пару-тройку дней прогноз обещал изменение погоды в лучшую сторону. Будет тепло аж до 20 градусов. А в следующей, завершающей части я расскажу о том, как теплая погода может резко изменить активность щуки, а также о приманке, которая сделала нашу с Денисом рыбалку. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх, кому понравилось видео. Всем пока и ни хвоста, ни чешуи.